Ой. И где он уже? Мы 3000 миль перлись. Мы что, туристы? А вот и он. Я с ним поговорю. Тихо, 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 красавица, тихо. Кристофер. Ну, что думаешь? Послушаем, что он за себя скажет. И что в джемпере? 1000 извинений. Ненавижу, когда опаздывают. Это Орд. Рад знакомству. Спасибо, что вышли на сделку. Попозже. Ты что, не подрочил перед встречей? Я чё? Я предупреждал, я не работаю с теми, у кого ствол заряжен. Может, пока найдешь себе укромный уголок и это? Ладно, главное, расслабься. Все хорошо. Позвольте, как договаривались, проверить вас на прослушку. У меня оружие. Отлично. Скоро будет еще больше. Ну, давай, большой босс. По нашим обычаям, ты теперь должен выйти за меня замуж. Косметику свою подержи, пожалуйста. Спасибо. Теперь ты курильщик. Хорошо пахнешь. Спасибо. Твоей мамой. Проводов нет, никто не подслушивает. Значит, здесь все свои. Только весьма оригинальный выбор рабочей силы. Дебил и комик. Вот тут что-то плохо размазал. Ну чё, хорош трепаться. Пошли за пушками, а? Хорошо. Пройдемте в мой кабинет. Придурок, что ты делаешь? Оставляю след, как мальчик с пальчиком. Что вам Джастин сказал о продавце? Давай ты сам, для верности. Ладно, я уважаю твою борьбу, нахрен Британию, вот это все. Но это другой уровень. У хозяина этого товара лужайка больше вашей долбанной страны. И длиннее, чем твой грязный язык. Скажи, Фрэнк, а правда, что вы в Ирландии в пещерах живете? Чё? Да так, мои предки тоже сырой лук жрали и с козами трахались, так что... Вряд ли, это было бы слишком продвинуто. Твою мать. Посторожней-то. Какой-то зашквар. Да уж, просто дворец. Знаешь, бери, что дают, Золушка. Интересно, что тут производили? Ну, что бы то ни было, теперь это никому не нужно.